30 июня в Театре Мюзик Холл состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Успешно завершили обучение по традиционным университетским направлениям лечебное дело, стоматология, спортивная медицина, адаптивная физическая культура и сестринское дело около 800 юношей и девушек. Важным событием стал первый выпуск по специальности педиатрия. Несколько лет назад в университете было возобновлено обучение по данной специальности, которое не осуществлялось с 1938 года. Хочу сказать, что, безусловно, ярче лет в человеческой жизни нет, чем университетские годы. Я лечу, значит, я живу. Я живу, значит, я лечу. С праздником! В 2014 году университет выдал 75 красных дипломов. Золотые медали в этом году были вручены двум абсолютным отличницам – Ксении Владимировне Начевной и Юлии Васильевне Картышкиной. В
Вообще золотых медалей не может быть больше 3 в году. Поэтому мы договорились, что вот имена золотых медалистов мы обязательно в нашем анатомическом корпусе будем заносить на доску почета, и это будет навсегда. Я с удовольствием вручаю Юлии Васильевне диплом лучшему из лучших. И такой же диплом Ксении Владимировне. Который каждый год почти 1000 врачей выпускает наш любимый первый мед. Человек приходит на землю не для страдания, он приходит для добрых дел и для любви. Пусть вам всегда сопутствует ясная, бесконечная и светлая перспектива. Спасибо, мои дорогие, юные, прекрасные в своей юности выпускники. Все профессии на земле от людей, и только 3 от Бога – учить, судить и лечить. Выбор вами профессии врача делает вам честь. Я не могу сегодня напомнить вам о том, что мы все призваны служить Отечеству, служить нашему народу. Общеизвестна истина, что именно служение личностное, профессиональное, государственное служение Отечеству раскрывает лучшие черты личности, самые добрые и самые профессиональные. Сотрудники стоматологического факультета поручили мне поздравить студентов всех факультетов нашего университета и пожелать им, счастья. Но не просто вот счастье, а ощущать себя счастливыми. Не забывайте альма-матер, наставников, учителей и пожелания деканата, и однокурсников, друзей. Удачи вам, любви, достатка, прекрасных и счастливых лет. Благополучие, ребята, вас ждет и помнит первый мед. Дальнейшей светлой дороги. Идите по ней. Это очень трудная дорога, вы будете всю жизнь учиться. Не забывайте ваших учителей. Ваши учителя вам еще пригодятся, и не только потому, что они пригодятся, просто вы должны, наверное, хранить благодарность к ним. Ну и, наконец, действительно не забывайте своих однокашников. Thank you.
Oh,